дорогие друзья и подписчики. С вами в эфире я, Базилева Марианна, волонтер бездомных животных. С 2013 года я помогаю спасать бездомных собак и кошек с улицы. Сейчас я обращаюсь к вам от имени всей своей команды «Верные друзья Глобал». На попечении нашей команды на данный момент находится несколько десятков животных, среди которых и есть инвалиды. Мы оплачиваем передержки, лечение, питание, социализируем их, ищем семьи для наших питомцев. До недавнего времени все это мы делали с помощью вас, наши дорогие подписчики, на нашем канале YouTube «Верные друзья Глобал». Дорогие наши друзья, дорогие наши подписчики и просто неравнодушные люди, которые пришли на наш канал, и наш канал вам понравился. Мы хотим вам сказать огромное-огромное спасибо за то, что вы с нами, за то, что вы нас поддерживаете, за то, что вы нас подбадриваете, и наши поступки вам нравятся. Да, мы спасаем животных. Да, мы тратим всю свою жизнь, время, деньги, нервы. Порой во вред своей семье, в чем-то во вред работе. Ну, конечно, и во вред нашим кошелькам. Но мы любим животных. Мы их любим, мы их жалеем. Мы не можем пройти мимо. И мы очень благодарны, что вы это видите, что вы нас поддерживаете, повторяюсь. И что вы с нами? Спасибо всем огромное. Спасибо, что вы с нами, что вы не проходите мимо. И видите нашу работу. Это тоже очень важно. Ребята, это очень важно, что вы видите, что мы не просто болтаем, что мы помогаем. А мы помогаем. Друзья мои, но однажды случилось страшное. Дорогие друзья и подписчики нашего любимого канала «Верные друзья Глобал». На сегодняшний день на нашем канале остались 45 видео. Несколько дней назад их было 60. Самый первый волонтерский ролик, с которого все, в общем-то, и начиналось, где мы рассказали о нашей команде. Там были наши фотографии. Было описано, что мы делали, чем мы занимаемся, кому помогаем, кого спасаем. И вот на сегодняшний день осталось 45 роликов, хотя 3 дня назад там было 60. То есть вот на сегодняшний день 15 роликов исчезли. И как вы думаете, где они? Вам это интересно? Тогда мы вам расскажем. 1 декабря, зайдя на свой канал «Верные друзья Глобал», я была крайне удивлена, увидев, что канал поменял название, внешний вид и реквизиты для сбора помощи. В роликах появились реквизиты не волонтеров, спасающих животных, а реквизиты частного лица, который 2 года монтировал видеоролики для волонтеров, получая за свою работу заработную плату. Я не ожидала и не могла поверить, что такое может произойти. Несколько дней я приходила в себя, а в это время видеоролики с чужими реквизитами продолжали выходить на канале команды «Верные друзья Глобал» в ущерб нашим кураторским животным. Все эти дни Сумина активно приглашала наших подписчиков от лица волонтеров на дополнительный канал в помощь якутским собакам. Многие подписчики нашего канала были в недоумении и задавали вопросы, на которые мы не могли ответить. 6 декабря Сумина пообещала вернуть наш канал после того, как закончит все
свои дела с новым ее каналом. Она играла с нами, как кошка с мышкой, ежедневно мучила нас обещаниями, тянула время, создавая новый канал YouTube. На него активно переносились ролики с нашего канала, приглашались наши подписчики. Она была уверена на 100% в нашей честности, порядочности, что мы и дальше будем деликатно молчать и не вынесем ссор из избы, боясь навредить животным. Сумина ежедневно делала вид, что передает нам канал, общалась с некоторыми из нас, но каждый раз кормила нас завтраками. Здравствуйте, уважаемые друзья и уважаемые подписчики. Как вы знаете, мы с вами в течение очень длительного времени спасали бездомных животных, помогали вывозить их с улиц, помогали вывозить их со страшных мест, лечили, кормили, вакцинировали, кому-то уже даже нашли дом. И все это благодаря вам и благодаря нам. Мы с вами тратили свое время, свои силы и свои личные сбережения. А так же, как и вы, уважаемые подписчики, мы не заработали ни копейки ниоткуда. Мы только вкладывали в животных. И это и есть наша цель – помогать бездомным животным, которые, к сожалению, беспомощны, которым никто, кроме вас, не поможет. При этом надо понимать, что наш администратор нашего канала – получала за это деньги из нашего же кармана, то есть мы собирали деньги из собственных средств и платили ей деньги. То есть все мы волонтеры, которые вкладывали собственные силы, собственные деньги. К сожалению, наш администратор не волонтер, это обычный сотрудник, который, как в обычной любой другой компании, организации, за работу получает свои деньги. Вот. А при этом надо понимать, что мы очень активно и очень много помогали ей для решения личных проблем. Давали кредиты, помогали деньгами на покупку самого необходимого и так далее. Также мы переводили достаточно большие суммы для нее. Вся эта документация у нас есть, и при необходимости мы можем все это подтвердить. При этом, несмотря на все это, несмотря на то, что человек получал зарплату за свою работу, несмотря на то, что мы очень сильно помогли человеку лично, человек решил, что она те деньги, которые она получала от нас, как в качестве зарплаты, так и в качестве помощи, они слишком малы, что она достойна большего. И у нас тоже есть эта информация. И она решила, что она может зарабатывать больше. То есть вместо того, чтобы развивать свои усилия для увеличения средств для помощи животным, человек решил, что она должна зарабатывать на животных. И она открытым текстом это писала, что она должна зарабатывать на животных, она достойна большего. Собственно, поэтому она попыталась увести наш канал и зарабатывать деньги для себя и для своих коллег. Но, слава богу, мы этого не дали, и тогда наш администратор, к сожалению, на который был зарегистрирован наш канал, она, к сожалению, его уничтожила. И вот наступил час Х. Сегодня 14 декабря 2020 года. Я захожу в YouTube, где мои любимые каналы в избранных. И что же я вижу? Лохматая душа на месте. Мои верные друзья Global любимые тоже на месте. Давайте попробуем зайти. Заходим. Вроде все нормально. 15 тысяч подписчиков с копейками. Что мы видим дальше? Захожу в видео. Ой, а на этом канале нет видео. Написано, на этом канале нет видео. Посмотрим, зайдем в сообщество. Заходим. Что мы тут видим? Висят ролики, которые выходили на канале «Верные друзья Global». Вот они. Теперь
теперь этих роликов нет. Странно. Где же они? Если вы посмотрите сейчас, то есть канал есть, но на нем нет роликов. Это значит, что человек специально, осознанно, понимая все последствия, оставил без помощи несколько десятков животных, в том числе и тех, которых мы спасли с вами вместе. И в том числе это многие животные из Якутска, которых вы хорошо знаете и которых вы полюбили. К сожалению, это так. И, как вы понимаете, можно говорить все, что угодно, можно писать и говорить красивые слова о том, как человек хочет помочь животным, но факты вещь упрямая. А для того, чтобы заработать себе деньги, человек уничтожил канал, который помогал спасать животных. Поэтому, к сожалению, вы видите, что для человека, для данного человека, для нашего администратора, бывшего, слава богу, администратора, ваши пожертвования – это не возможность помочь животным, а всего лишь средство заработка, средство пополнения своего кармана. Соответственно, как вы понимаете, человек организовал новый канал и ту же самую работу продолжит делать там. То есть мы не дали нажиться на животных на нашем канале, поэтому канал наш был испорчен и, по сути дела, заблокирован, на сегодняшний день не работает. И, соответственно, человек пошел, сделал новый канал и теперь пытается, я прошу прощения, присваивать достаточно значительную часть ваших средств себе, вместо того, чтобы помогать бездомным животным, которые замерзают и умирают от голода. Вот так один человек, посчитавший, что может заработать на горе животных столько, сколько посчитает нужным, может с легкостью перечеркнуть многолетний труд многих людей, которые отдавали все свое свободное время, труд, вкладывали и продолжают вкладывать свои кровные деньги во благо братьев наших меньших, может совершить подвиг. Наша команда шокирована происходящим беспределом и сделает все возможное, чтобы прекратить сбор денежных средств на частные реквизиты семьи Суминых. Эти деньги предназначаются лишь бездомным животным, которые спасают на сегодняшний день в Якутске.